Мне позвонили со службы по безопасности, что у меня снимаются деньги с моего счета. И попросили, и сказали, что нужно их все счета заблокировать, чтобы не было никакого снятия. В итоге я сняла деньги и перечислила им на реквизиты, которые они мне дали. Сколько сняли денег? 75 тысяч. Сказали, что на меня оформляется кредит. Выполняла все их рекомендации. Сколько денег похитили? 100 тысяч. Он сказал, что было совершено снятие денежных средств. Я им предоставил коды. Сколько денег у вас сняли? 91 117 рублей. Номер карты я ему ответила вдруг. И с обратной стороны карты тоже сказали? Да, с обратной стороны карты. Сколько денег похитили? Похитили около 18 тысяч.